Есть разные студенты. Есть такие, которые хотят побыстрее сбежать с пар, а есть такие, которых не выгонять из своего университета. Ну, в День студентов мы поговорим именно о втором типаже с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Виктор Егоров, преподаватель Одесской национальной академии пищевых технологий, и Аркадий Шипко, сотрудник лаборатории и студент 4-го курса. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в программе «Добрый день» на 7-м. Меня зовут Татьяна Милинко. И неоднократно приезжали к вам, снимали репортажи о вашей волшебной лаборатории. Скажите, как давно она создана, на чьей инициативе, и действительно ли сложно оттуда выгнать ребят? Лаборатория у нас достаточно молодая. Лаборатория была создана формально на бумаге, по приказу. Мы были образованы в конце 2013 года. Но в полный рост лаборатория развернулась и заработала уже к середине 2014 года, потому что нужно было время на ремонтные работы и на многое другое. Инициатива создания лаборатории — это наша инициатива, инициатива кафедры, моей родной кафедры автоматизации технологических процессов. И мы решили, что мы совершенно зря не занимаемся робототехникой. Это очень актуально, а нам есть что в этом направлении сказать, как специалистам в автоматизации. Так и появилась наша лаборатория. Вы тоже приходите туда часто. И вот то, что я спросила, да, о том, что студентов порой сложно выгнать оттуда. Ну, когда я начинал... Правда? Да. Правда, так оно есть. Когда я начинал, как бы, интересоваться лабораторией, то есть очень много времени проводил, то есть такое, как... Может быть, диковинка для кого-то, для каких-то вузов выйти из института 8. Для нас это было примерно нормально. Вы говорили им часто, что, ребят, пора бы идти спать, там надо еще какие-то другие предметы подготовить. Или все-таки другие преподаватели как-то вот с пониманием относятся к увлечениям своих студентов? Вы знаете, по-разному. Мне было бы, наверное, более корректно сказать, что все поддерживают, все помогают, но это не совсем так. Вообще, почему так сложилась обстановка и почему это важно? Есть определенное понимание. Я во многих вузах побывал и видел, как это организовано, когда это правильно организовано. Любой сотрудник, если говорить вообще о работе, и студент в том числе, если говорить о лаборатории, будет там находиться, проводить свое время, заниматься наукой и будет проявлять инициативу тогда, когда ему там комфортно и когда к нему относятся уважительно. У ребят для лаборатории, для работы в лаборатории созданы, ну, совершенно все условия. А даже если чего-то не хватает, мы активно это устраняем. Им действительно там комфортно. И проводят они там много времени, но не просто находятся. Они не сидят без дела, они активно задействованы, каждый в своих каких-то проектах. И, конечно, как студенты, как молодежь, они очень увлечены и часто теряют понимание, какое время. Но все-таки вуз — это... режимный объект в каком-то смысле. И, конечно, совсем до ночи засиживаться нельзя. Есть вахтер, есть свои правила, пропуски. Поэтому, да, у меня часто проблема другая. Часто встает вопрос, что мне нужно выгонять всех и говорить: так, ребята, уже 9, уже 9:30, уже неудобно, на нас криво смотрят, давайте уходить по домам, давайте отдыхать. На самом деле, когда я говорила о том, что выгоняют своих ребят, да, я имела в виду уже такое вот образное понятие. То есть это такие студенты, которые не просто хотят сбежать с пар, да, а хотят остаться и реализовать какие-то свои увлечения. Ведь это же здорово, когда университет еще и увлекает, да, конечно, и помогает развивать какие-то внутренние творческие потребности, развивать потенциал непосредственно. Над чем работаете сегодня? Ох, вопросов очень много, проектов. Если говорить так, просто основные назвать, над чем мы непосредственно сейчас трудимся, сейчас совместно с Аркадием у нас двоих, это мы вдвоем представляем команду лаборатории, проект «Фимиан», это фидмикс-аналайзер, анализатор комбикорма на разных стадиях его производства. Проект получился достаточно интересным, и есть такое сейчас популярное слово появилось, как инкубация. Это поддержка молодых стартапов крупными бонзами, крупными корпорациями в разных направлениях. Вот «Фимиан» наш был отобран на инкубацию стартапов «EGAP Challenge». И непосредственно в этом направлении сейчас работаем. Также у нас несколько ребят пробились на инкубацию, на отбор стартапов корпорации Microsoft. И сейчас проходят очень серьезную подготовку
подготовку, переподготовку в каком-то смысле. Компания Microsoft помогает реализовать их идеи, помогает, подсказывает, как выходить, что нужно делать. И самое главное, они оказывают нам ту поддержку, которая для нас, как для технарей, она весьма в новинку нам. Это не просто сделать качественный продукт, который будет интересно выглядеть и будет полезным, а как правильно с ним выйти на рынок. Такого рода знаний у нас немного, и нам опыт таких серьезных компаний очень и очень нужен и пригождается, конечно. Помимо этого, ребята задействованы и в разработке беспилотной робототехники. Непосредственно Аркадий еще параллельно ведет проект по нашему собственному 3D-принтеру и очень-очень многое другое. Помимо бытовой робототехники, учитывая, что сами мы из промышленности, это автоматизация пищевых производств в первую очередь, то, конечно, у нас представлена робототехника еще как пневматическая, так и гидравлическая. Это робототехника, которая не очень похожа на роботов в том понимании обывателей, как себе люди представляют. Это не C-3PO, который ходит и смешно разговаривает. Это робототехника, которая достаточно сложная, она является таковой, но она немножко другая. Этому тоже ребята учатся, этим занимаются. Есть много разработок и много интересных инициатив в этом направлении. Я помню, что у вас было даже какое-то уникальное изобретение. Робот, который переносит грузы. Как получается с ним? Это робот-роботина. Справедливости ради, он не нашей разработки. Ваших доработок. Наши доработки совершенно, да. Это робот компании Festa, уникальный в своем роде робот. Он предназначен для автоматизации складских помещений. Их в Украине всего три. Один находится на базе нашей лаборатории мехатроники и робототехники АНАПТ. Один робот находится в КПИ в Киеве. И еще один находится в Харькове. На базе лаборатории робототехники ХНУРы Харьковского национального университета радиоэлектроники. Мы занимаемся с этими роботами, мы их дорабатываем и отправляем компании Festa наши рекомендации, наше видение, что там нужно исправить, что внести, какие коррективы и так далее. Это есть, но не только этим работает и занимается лаборатория сейчас. Вы знаете, вы немножко заговорили о стартапах, и я понимаю, что поддержка нужна не только информационная, но иногда и важны инвестиции. Вот ваши коллеги, например, с Политеха недавно получили $500,000. Вы наверняка слышали эту историю, но я предлагаю еще нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет и обсудить его потом в студии. О них заговорил весь мир. Студенты Одесского политеха выиграли у судьбы билет в счастливое будущее. Их стартап привлек инвестиции на $500,000. Новый год ребята встречали в Лас-Вегасе, там представляли свой проект. Устройство для контроля осанки спины на масштабной конференции электроники. Проект называется «Мэвикс». Полученные деньги Mavics потратит на промышленный дизайн, создание прототипов для массового производства, подготовку к выходу на большой рынок, а также маркетинг и рекламу. А все начиналось в обычной мастерской, с обычного паяльника, нескольких механизмов и изобретательской мысли. Такие студенты есть у нас в Одессе, и такие успешные проекты есть у нас в Одессе. Сейчас ребята, кстати, за границей. Я знаю, что Новый год действительно они встречали в Лос-Анджелесе. Они показывали много фотографий. Скажите, есть ли у вас тоже вот успешные проекты, которые привлекли к себе инвестиции? Да, есть, конечно. И их несколько. Их сложно всегда оценивать каким-то четким эквивалентом денежным, потому что инвестиции никогда не бывают так, что просто привезли чемодан денег и тратьте. Как правило, частично это предоплаченные консультации, предоплаченные какие-то возможности для перелетов, для переезда в то, что не могут себе стартаперы позволить самостоятельно. У нас такие проекты есть, и нашими основными спонсорами, кто финансирует сейчас лабораторию, а также те проекты, которыми занимается лаборатория, это компания Microsoft, это компания Комоци, итальянский лидер по производству пневматики. Это компания Festa и компания Siemens и многие другие. Все они вкладывают серьезные инвестиции в материальный фонд лаборатории, благодаря чему у нас есть возможность заниматься научной деятельностью и уже реализовывать свои стартапы и свои инициативы. Если в каком-то денежном эквиваленте, я только могу сказать, что только компания Комоци передала оборудование суммарной стоимостью в 500 000 гривен, и причем это нужно пересчитывать еще на доллар, тогда, когда он был по 8, потому что именно тогда это произошло.
Это очень дорогостоящее оборудование, которое самостоятельно Академия не смогла бы приобрести, а сейчас у нас есть возможность с ним работать, это уникальное оборудование. Нас очень поддерживают, и подобного рода фонды, в том числе, которые поддерживают стартапы, это как раз и Microsoft, и eGap Challenge, который я озвучивал. Потому что eGap Challenge, в инкубации которого мы с Аркадием сейчас стараемся и за право быть профинансированными боремся, в общей сложности фонд инвестирования составляет 4,5 миллиона гривен, которые будут распределены среди участников по мере того, чей проект покажется наиболее интересным. Это очень здорово. И хочется спросить у вас, а часто бывает, что эти иностранные компании забирают потом ребят к себе на работу? Достаточно часто. И часто обращаются, даже в каких-то случаях приходится отказывать. Дело в том, что знания, которые ребята получают на базе нашей Одесской национальной академии пищевых технологий и лаборатории мехатроники, они уникальны, и, конечно, ребята стремятся на определенные зарплаты и на определенные условия работы. Поэтому в рамках академии проходит регулярно ярмарка вакансий, на базе которой компании предоставляют свои условия по работе, и руководство академии даже многих отфильтровывает, отбирает, потому что не те условия работы, которые есть. Но вообще, если говорить только о моей лаборатории, то ребята повсеместно трудоустраиваются как вышеперечисленные компании. Я, например, могу сказать, и вряд ли ошибусь, могут меня ребята поправить, компания Комоцы в Украине на, пожалуй, процентов 90 это выпускники Одесской национальной академии пищевых технологий. Это японская компания, правильно? Это итальянский лидер по производству пневматики. Они находятся, их основное, откуда они пошли родом, это Италия, и сейчас представительство по всему миру. За остальные страны не скажу, но в Украине в основном это наши выпускники. И в Одессе трудится много ребят, наших выпускников и действующих даже студентов, которые продолжают учиться в лаборатории, но уже работают во всевозможных кружках робототехники, работают с детками, некоторые в проектных организациях. То есть ребята трудоустраиваются. В этом отношении у меня спрос больше, чем даже предложение. Я сам нахожусь в ситуации, когда мне не хватает ребят, и я периодически какой-то такой рекрутинг провожу для того, чтобы отбирать из них лучших из лучших и заманивать к себе в лабораторию. А у вас могут учиться только студенты пищевой академии? Нет. Нет. Лаборатория — это как бы мы стараемся сделать с лабораторией такое пространство, в котором могут приходить люди и заниматься то, чем им интересно. Если это дошкольники и школьники, они могут приходить в наш кружок заниматься этим. То есть мы стараемся поддерживать внутри лаборатории такую как бы политику, чтобы все к нам приходили. Давайте пригласим людей, которые действительно, которым интересно. Ведь знаете, бывает, мальчишки сидят, что-то там чинят или что-то делают, и родитель увидел о том, что есть потенциал, почему бы не прийти к вам. Давайте пригласим. У нас проходит каждый четверг кружок робототехники. Он бесплатный, этот кружок робототехники, но есть условия. У детей не должно быть проблем с учебой, я имею в виду постоянных проблем, пропусков или еще чего-то. В таких случаях мы стараемся деток отправлять и просить родителей, чтобы сначала устранили проблемы по образованию. Это нужно скорее в воспитательных целях и для того, чтобы потом не возникал соблазн предположить, что из-за лаборатории у ребенка есть проблемы в учебе. Поэтому мы всех приглашаем. Каждый четверг с 3 до 5 мы занимаемся с детками. И мы всегда и всем рады. К нам достаточно много деток приходит. И мы хотели бы видеть в числе участников нашего кружка больше детей и разного возраста. Но то, что вы говорите за другие вузы, у нас это тоже присутствует. Дело в том, что лаборатория стала на сегодняшний день достаточно интересным явлением. Лаборатория стала центром определенного пространства студентов, молодежи, которые хотят реализовать какую-то задачу, но у них элементарно для этого нет базы. База очень важна. Это необходимое оборудование, это необходимые специалисты, консультанты и так далее. На сегодняшний день я скажу, что среди студентов, которые приходят и занимаются на базе нашей лаборатории, это студенты не только пищевой академии, это студенты и политеха, и нашего Мечникова университета, а также это морская академия студенты и многие-многие другие.
Они не то чтобы там нет таких лабораторий, просто наша лаборатория является на сегодняшний день крупнейшей, и даже Всеукраинская ассоциация предприятий промышленной автоматизации Украины официально признали, что наша лаборатория в Украине является наиболее масштабным центром по развитию робототехники, в связи с чем они приглашают нас провести по всем вузам Украины общий вебинар и поделиться своим опытом создания такой лаборатории. Безусловно, хочется, чтобы такие базы были не только в вашем вузе, но и чтобы их становилось больше. Больше, и чтобы наши ребята, все-таки наши украинцы, да, оставались здесь, в Украине, и реализовывали свои возможности именно в нашей стране. Для этого, я не знаю, знаете вы или нет, но я вам скажу информацию. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил этот год годом стартапов. И каждую неделю он на своей странице в сети Facebook выкладывает новый какой-то стартап, он популяризирует его таким образом и с хэштегом «Стартап тыжня». Если не знаете, то советую обратить на это внимание. Быть может, действительно, это будет ваш какой-то собственный успех. Ну, а если знаете, то здорово. И в любом случае желаю вам процветания. Тем более, спасибо, сегодня день такой. И вот по вашему образцу, по вашему примеру, я понимаю, что студент — это не только дискотеки, пляски до утра, но это еще и в первую очередь будущее нашей страны. Это умы, прекрасные умы Украины. Спасибо большое, что вы пришли спасибо к нам. Вам. Я напоминаю, у нас в гостях Виктор Егоров, преподаватель Одесской национальной академии пищевых технологий. Я Аркадий Шипко, сотрудник лаборатории, студент 4-го курса. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была программа «Добрый день» на 7-м. В студии была с вами Татьяна Милимко. Кстати, сегодня еще и Татьянин день. Всех своих тезок поздравляю. Ну и с Днем студента. Всего доброго вам. Берегите себя.